Как уже неоднократно говорилось в наших новостных выпусках, в год 90-летия Ленинского района планируется масштабная реорганизация центральной части Видного. В качестве подарка к юбилею региональное правительство выделяет 200 миллионов рублей на реализацию нового общественного пространства. С рабочим визитом в город Видное приехал министр благоустройства в Московской области Михаил Хайкин. Встреча проходила на территории, которая в скором времени кардинально изменится. Пока об этом свидетельствует лишь проект, который для наглядности разместили в природных декорациях. Архитекторы подробно рассказали о планируемых новшествах. Площадь покрытия будет приблизительно 1000 квадратных метров игрового покрытия, плюс зона игры с водой. На площадке будут установлены теневые навесы, большая песочница. Старая детская площадка переедет в другое место, а здесь разместятся новые игровые формы. Рядом появится зона тихого отдыха с шахматными столами и скамейками в тени деревьев. Неподалеку кафе с панорамным раскрытием на пруд, а вот уже возле воды будет организована большая прогулочная зона с настилом и шезлонгами. Также, когда эти шезлонги убираются, этот настил может использоваться как такая сцена для камерных мероприятий. Работы там очень большие. Есть интересные проектные решения, которые также будут реализовываться. После знакомства с проектом на карте пошли осматривать территорию. Уже есть визуализация всего задуманного на бумаге, но вскоре планам суждено воплотиться в жизнь. Сейчас в ближайшее время будет объявлена конкурсная процедура на следующей неделе. И уже к октябрю месяцу должно появиться комплексное масштабное благоустройство, по-настоящему важное для города. И на самом деле в масштабах Подмосковья я уверен, что это будет очень популярная и интересная территория.